Search. Здравствуйте, сегодня у нас обзор и установка допов и аксессуаров на Hyundai Creta. И начнем мы с накладок на педали. Они таким образом выглядят, резиновые внутри, пахнет настоящей резиной. На три педали, так как у нас механика. Вообще это от Solaris. Посмотрим, подойдут, не подойдут, так как они стоят дешевле. Ну и говорят, что подходят. Проверим. Так, ну что, ставим педали. Снимаем чехольчик. Сняли. Надели, и теперь вторую снимаем. Сняли и новую. Проверяем. Все оделось. И теперь на педаль. Надеваем. У нас что-то не подошло. Педаль у нас пластмассовая, так что надо аккуратненько. Так, ну вот они оделись, слава богу. И дальняя. Теперь такая красота. Так, затем заглушки, крепления сидений, как бы декоративные, накладочки. Их 4 штуки продаются. Артикул. Дальше накладочки вот такие вот у нас черные с надписью Creta. Внутри двусторонний скотч. Приклеится чисто для красоты. Так что, ну теперь накладочку снимаем, двухсторонний скотч. И делаем красоту. Так, ну в общем, вот таким образом выглядит красота.
Конечно, надо сначала обезжирить, но у меня там обработано, не хочу снимать слой. Следующий аксессуарчик — это у нас вот такой вот вспомогательный для жизни, я бы сказал. Имеет свисток. С одной стороны, с другой стороны можем разбить стекло. Либо, если заклинило у нас ремень безопасности, можем порезать его, разрезать и освободиться. Может крепиться как брелочек, либо можно просто положить в машине. У меня просто лежит он на всякий случай. Также имеется телескопический магнит. Он выдвигается. Очень длинный. Если что-то попало, куда нам руку не просунуть, он нам поможет. Болтик завалился, бита, либо еще что-нибудь, он у нас может вытащить без каких-либо вопросов. Дальше это у нас вот заглушечки такие. Они приклеиваются на машину, в двери, на двухстороннем скотче. Таким образом выглядит, как они установлены. Сейчас я вам покажу, когда поставим на место мебельную заглушку. Это мебельная заглушка. Вот мебельная заглушка. А вот с Китая заглушка. Белая — это обработана антикоррозийной обработкой. В общем, вот такая вот ерунда. Вроде бы как бы заглушка, а вроде бы и нет. Дальше у нас вот такие вот накладки. Выглядит таким образом. В комплекте идет 4 штуки и вот такой двухсторонний скотч. Половина уже отклеилась, гуляет уже сама по себе. В общем, вот так выглядит. Чисто для красоты, пусть будет. Стоит недорого. Все ссылки под видео. Дальше у нас переходник. Переходник для того, чтобы не врезаться в штатную проводку акустики. Вот такой вот артикул. Разъемчик. Долго искал. Провода потолще, чем на динамике Китая, которые пришли. Вот они одинаковые. То есть на колонках у нас стоят вот такой разъем. И вот покажу, что все подходит. Все. Нельзя вытащить. Нажимаем на кнопочку, вытащили. В общем, пока заказал один, думал, что будет сеть проводов, оказался в комплекте только один провод и на конце разъемчик. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Саш.